ВЛГ, наверное. Сервер в самолете, чтобы набирался. Да даже нет, ну блин, я не знаю, вот плюс у этой игры относительно той же армы, это быстрый набор серверов. Ты как бы умираешь, тут же рестартишь и заново катаешь, но не знаю, это минутное ожидание, оно все-таки замедляет нереально. Оно бессмысленное абсолютно. То есть, когда становится больше, ну сколько сейчас, я не знаю, больше 80 человек, таймер начинает работать, или 90. После этого, даже если человек отконнекчивается, на его место новый не залетает. Это бред. Я не знаю, для чего эта минута нужна. Серьезно, чтобы люди просто минуту стояли и ждали. Как набрался сервер, сразу вылетаем, или там 15 секунд полетели. Люди просто как ретарды прыгают, бегают, или просто стоят и ждут эту минуту сраную ради ничего. Так, ну, вроде никого нет. Главное, вы держите в курсе, когда там у Гиту надоест катать, чтобы типа, поскорее дуо началось. Я чисто жду. Я не думаю, что я когда-нибудь вообще в соло режим в этой игре еще буду заходить. Yes, I gamma fuck. Вот что это? Что это? Что это такое? Почему мне два раза надо пушку перезаряжать? Объясните мне. А если это будет замес какой-нибудь решающий, допустим, то чё? Блин, мне, если честно, АКМ даже немного больше нравится. Но хрен с ним. Оставлю калаш и М-ку. Ой, в смысле, Сайгу М-ку. Сковороду точно берем, теперь это имба. Можно, наверное, было и коллаж взять, но хрен с ним, хрен с ним. Кайф, вообще просто супер кайф. Осталось только прицелы найти. Ну и надо осторожно быть. Но в принципе сейчас имеет смысл даже запотеть, на самом деле, если так подумать. У меня город под лут вообще пустой абсолютно. На данный момент, если стрим-снайперы не приедут. Начальный лут уже неплохой есть, кое-какой. Даже наркота появилась. С прицелами пока непонятно. К сожалению. На М-ка теперь совсем мало дамажит. Эта игра и так была как Division, по сути, по регистрации попаданий. Когда тебе надо в бомжа 50 раз затопить, а сейчас еще хуже стало. Или прикона нету тут? Мне кажется, в такой одежде надо в воду нырять. Я весь какой-то такой голубоватый, если вы понимаете, о чем я. Только найти бы все-таки прицел. Или... Нет, я еще...
еще не находил. Что-то подумал, что, возможно, у меня есть какой-нибудь коллиматор, но нет. Единственная опасность то, что из-за такого неоднозначного круга, который оставил меня на краю, каких-то чуваков, которые в мульту упали на машину, может возникнуть идея сюда приехать, полутать спокойно, но я все-таки надеюсь то, что такого не произойдет, и один... Говно. Но игра приятнее стала выглядеть. Какую-то оптимизацию, безусловно, завезли, если учесть, что раньше она гораздо меньше FPS выдавала. Но мне кажется, все равно она не станет там идти на допотопных компах нормально, не станет нелогучим куском дерьма в глазах окружающих. Думаю, еще патчи 10 понадобится на всю эту историю. Пивные бутылки, которые даже нельзя сдать. Жилеты. Ни хрена тут насрано. О, глушак на эмочку. Климатор. Ну, оружие собрано. Можно радоваться. Единственное, X4, конечно, было бы здорово. Мне кажется, эта эмка еще к тому же вообще, наверное, теперь 12 дамага выписывает, как УЗИ. Кстати, подсвеченный лут мне не очень нравится. Я понимаю, для чего это сделали. Тут реально, блин, тонну лута пропускаешь. На стриме это выглядит, ну, типа, как будто стример даун невнимательный, но когда ты бегаешь на скорости, разглядеть дерьмо было невозможно, но теперь, когда он подсвечен, стало еще сложнее. Раньше хоть можно было разобрать, что на полу лежит. Сейчас просто куча светящегося говна. Понятного вида. Не, я больше не буду патроны брать, а то люди, которые меня убьют, подумают, что я совсем ёбнутый. Или что я гитман. Одержимый каким-то бесом лута. Угу. А вот и гости. Понял. Ну, это стрим-снайпер, скорее всего. Как он пойдет? Вот в чем вопрос. Блин. Ну, вот сейчас бы застрять, вообще кайф. У меня где-то 15 секунд задержки относительно него. Он будет знать, что я делаю. Но задоджить его вряд ли получится. Нет, это мусор какой-то. Еще живот начал урчать. Ну, собственно, я здесь лутал. То, что я не взял, было у него.
политика. Так, что там, что там? Но он один пришел, Виктором, кстати, побрезговал. Мне теперь, блин, мне бы x4, я в какие-нибудь кусты бы реально полез с эмкой, с глушаком. Я просто боюсь, что с таким прицелом мне прям вообще очень тяжело будет реализовать глушитель. Надо играть типа в стиле секретного убийцы, такого в спину заходить людям, с холма стрелять. Во, я умудрился от этого круга дамаг получить, хотя он по сути в городе в моем. Машина, машина. Ну, этот чел приехал на машине. It's so fucking deep. That turns me on. Да, похоже, без прицела придется катать. Ну, вдруг у него был все-таки где-нибудь, откуда-нибудь коллиматор. Я, видимо, пропустил здесь. Вообще не стоило, наверное, калаш оставлять, ну хрен с ним. Все равно он меня не убил. Так, по тачке, видимо, все печально на самом деле. Он либо ее где-то дальше оставил, либо... Ну, я его по тачке услышал на самом деле. Значит, она где-то была, но хрен с ним. Вообще не хрен с ним, нифига, блин, вот это полная срака. Даже если я 2 минуты буду бежать, я могу и не прибежать. Ну, можно было бы вернуться в Липовку, взять машину. Ладно, пойдем пешком сыграем, хрен с ним. Мне кажется, здесь норм расстояния, все-таки я должен дотянуть. У меня вроде есть аптечка, да, есть, так что выхилюсь потом. Главное, мотоцикл не брать, я уже понял. Это основная тема. Спасибо огромное за 150 рублей. Блин, так толчок захотелось, чуваки. Но надо бежать в круг. Я, наверное, выключу сейчас звук, сделаю некоторые вещи, о которых вслух не говорят, но которые вслух происходят. Это не здорово, что у меня эти дома в спине, это вообще как бы совсем, совсем не здорово, совсем не здорово. Потому что этот аутист, который в них лутал, он вполне вероятно только сейчас там побежит. Ну вообще, блин, что-то мне кажется, я в круг-то не успеваю, мне надо на дорогу. Какой-то совсем мудацкий круг. Ублюдский. Или бежать все-таки. Да нет, теперь надо бежать, ничего не поделаешь. Ну да, меня задамажит и довольно не слабо, скорее всего. Но с аптечкой добегу. Может быть, следующее сужение не будет таким ублюдским для меня. Единственное то, что, ну, помимо всей этой истории, надо еще придумать, как разыграть партию ближе к концу, потому что к кругу я прибегу уже где-то в топ-30, наверное, если меня тут никто не прибьет. Что вполне вероятно тоже. Точно. Из-за этой, блин, травы. Oh, так все. Coming. Нифига, Жека Бамбук, спасибо за 1500. Я после этой игры прямо сразу зачитаю то, что вы написали, ребят.
Да, бежать-то прилично. It's so fucking deep. That turns me on. По машинам как-то тоже не густо. Из-за травы кажется, что ты, ну, не знаю, как-то раньше просторнее было, ты чувствовал, что у тебя все как на ладони, а теперь, не знаю, еще когда мы с Хексом катали, особенно без нормальных прицелов, совсем ни хрена не видать теперь. Хотя нет, наверное, я все-таки не прочту донат после этой игры. После игры будет пауза минут в 5. Такая небольшая. Ну вот и круг меня догнал. Еще и в таком месте, где эти дурацкие... Ну все, пиздец. Блин, ну как вот, блядь, этот чувак неудачно, а, пришел. Еще и влег в эту ссаную псанину, не видать его ни хрена. Блять, пидорас, заруинил мне катку, а. Я бы еще мог добежать, наверное, но теперь точно не смогу. Почему меня сковорода не спасла? Гайс, сковорода. Я верил в нее. Можно было побежать на него в надежде, что у него есть аптечка. Наверное, это даже было, ну, более выгодным вариантом. Блин, у меня еще бинты есть. Может, я и выживу. Сколько там бинты? 3 секунды хиляют. Блять, еще один аутяга, сука. Если он меня видел, то мне пизда просто. Не, не добегу. Бинты выхиливают меньше, чем мне нужно. В тех домах еще заруба. Так, ну тут я могу до короткого радиуса добежать, типа круга. И меня, может быть, даже не убьют на следующем сужении. Давай. Ну, пьем 3 энергетика и молимся. 2, наверное, даже хватит. Раз. Два. Бежать мне вот сюда. 48. Не, я умер. Блять, ну этот круг, чуваки, этот круг просто. Что я могу сказать? Какие у меня вообще были шансы в этой игре? С таким кругом охуительным. Так, ладно, наверное, вот эта оптимальная точка будет. Он будет медленно здесь идти. Медленнее, чем в прошлый раз. Я должен бежать быстрее него. У меня есть запас. Неплохой, в общем-то. Этот звук был очень страшный. Он словно вспорол мою задницу. Я не уверен, что я бегу быстрее круга, если честно. Факбой, не хочу умирать. Тачка. Сейчас, в принципе, ради чего я бегу, непонятно, так как ХП у меня нет. Этот будила откусил мне слишком много в такой ситуации.
Мне и так пришлось бы юзать эту аптечку, но у меня теперь даже энергетиков нет, по сути. Ну, туда вот, в ту юрту, или что это, копна сена. За нее сяду. Или в кусты в эти. Наверное, в кусты. Так, ладно, короче, давайте думать. Сейчас мы увидим следующий круг. Потрясающий круг. Если круг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, сядь в куст и сиди, перди. И пусть враг. Спасибо, спасибо, мистер Куст. Но я как бы на его месте теперь. Это как в горце занимаешь куст побежденного. Блин, нормальная катка-то пошла. Пошла хорошенькая, горяченькая. Так, ну чё? Прорываемся к воде, oh, может быть? Спасибо за полторы, Жека Бамбук. Спасибо, спасибо. Благодаря тебе живем. Ну, парень, конечно... Засел так засел. Черт, я прицел и не посмотрел, лол. Блин, ну у него, наверное, не было, мне бы бросилось в глаза, скорее всего. Скорее всего, у него тоже голографический какой-нибудь был. Вот это плохо, кстати. Ой, как плохо, я что-то не посмотрел, что здесь, блядь, укрытий вообще нету, кусты кончились. Ну ладно, наглость иногда, типа, хорошо заходит. Но, видимо, не в этот раз, но это не по мне. Давайте все-таки забежим в круг. Жаню вот в тот, видимо, куст. Но он какой-то, знаете, такой, блядь, сомнительный немного, да? Как будто и куст, и не куст одновременно. Но мы будем сидеть, не высовываться. С другой стороны, меня не с такого большого количества мест можно нашить. Народ друг друга киляет потихонечку. Останавливайся. Алло, алло, алло. Ух, господи. В тех вот домах, скорее всего. Ах, как гадить охота. Ёлки-палки. Ну, это прям вообще. Бежим сразу, что делать. Тут уже, наверное, сдохну. Но круг совсем говно. Если я не побегу сейчас, то я вообще не добегу. Хотя, ну не знаю, наверное, я рановато. Можно еще немного посолить. Чуть поближе просто подберусь, если не шлепнут. В эти кусты, допустим. Сейчас посмотрю, сколько мне бежать. Ладно, когда будет секунд 30, побегу, наверное. Не очень, блин, с той стороны вот клёво чувакам. А тут всех прижарит, все будут вбегать в круг в этот. Мне кажется, сейчас бежать это гиблая затея, тут совсем будет тяжко. Ладно, едим энергетик и, наверное, выдвигаемся все-таки. Челов просто дохрена вокруг.
Пойдем потихоньку. Если что, лягу, если меня не шотнут. Если не с первого уронят, то тут трава, может, повезет. Интересно, что там. Так. Круг после дороги. Ебенить будет как не в себя. Но мы ждем. Блять, ну вы серьезно, там вода эта, блядская. В ней, наверное, и сидят все. Он в этом кусте, да? Да, по-моему. Или нет? Лайф. Мне нужно, чтобы один другого шлепнул. Все, один остался. Смотрим. Mm.
сука, сосать. Фу. Вторая. Вторая заехала. Ребят, ну это была потная, согласитесь. Это была даже, может быть, лучше прошлой. Пусть всего 5 киллов, но давайте вспомним их. В городе жесткий, жесткий челик приехал, знал, где я, мне кажется. Но удалось подпасти тактически грамотно. Потом в круг было очень тяжело зайти, очень тяжелый был круг. Добежал, при этом срубил снайпера, который за мной шел. Потом человек куст был рассекречен. Потом второй человек куст после воды был рассекречен. И, ну, здесь немного повезло. Я думал, он будет, он типа будет идти справа за камнем. Когда я увидел его слева, я хотел нашить с третьего лица, но у меня прицел ушел в камень, и я чудом просто успел вылезти затопить. Но нормально, нормально. Я доволен. Хорошая была. Хорошая каточка. Удалось прицелиться, реально, блин, хорошо так в конце. Я думал, не успею. Он типа первый меня увидел, я его правее ожидал. Ну, точнее, потом-то я уже видел, уже и шел с прицелом, нацелился в камень. Это меня как-то напрягать начало, но удалось, удалось все-таки переформатироваться и раздать. Ну, я доволен. Я доволен. То есть, три катки нам потребовалось, чтобы выиграть сегодня. Три или четыре. Мне кажется, у меня начинает лучше получаться. Почему оппонент шел в полный рост? Единственное укрытие, которое осталось на карте, это дерево напротив меня и мой камень. Я не знаю, почему он не остался за деревом сидеть. Как бы. Ну, слушай, оппоненты тоже могут быть ретардами. Мне 4 раза подряд в топ-2 попадались люди, которые обходили меня из-за спины, охренительно стреляли в хэд. На реакции там брали, и я каждый раз отлетал. Мне тоже может повезти с ретардом хоть раз. Это не так плохо. Так что победа после обеда. Привет, Илья, первая подписка.